Hi, my friends. We continue our playlist. Мы с вами продолжаем наш наиважнейший плейлист и готовимся к контрольной работе по времени present continuous. Present continuous. Итак, вспомним, как образуется данное время. Какая формула? Значит, формула в общем виде – это, соответственно, форма глагола to be. Am, is или are. Плюс глагол, plus verb, plus ing. Но если касается местоимений, то обычно мы используем именно сокращение. Например, вы хотите сказать, я записываю это. Как вы скажете? Вы используете сокращение I'm. Записываю это. Значит, записывать это выражение write it down. Запомните, write it down, записывать. Но глаголы мы добавляем ингую форму. Если на конце идет и, то мы убираем. Получается, I'm writing it down. Я записываю это. Я печатаю это. I'm typing it. Можно сказать, я печатаю это очень медленно. I'm typing it очень медленно. Ну, понятно, да? Очень медленно. I'm typing it very slowly. Соответственно, was I'm или, может быть, is или are. Он ждет твоего решения. Он ждет. He is waiting. Твоего решения. For your decision. He is waiting for your decision. Помним, I'm. His. She's. It's. Это, опять же, все имеется в виду, что сейчас. Можно использовать now для усиления, можно не использовать. Она слушает музыку. She's listening to music. She's listening to music. Это происходит прямо сейчас. It's happening right now. Понятно. Итак, present continuous. Am is are. Plus verb plus ing. I'm writing it down. I'm typing it very slowly. He's, she's, it's. He's waiting for your decision. She's listening to music. It's happening right now. Если, соответственно, we, получается we're, you're, there. Они пытаются изменить это. They're trying to change it. Но без успеха. But без успеха. Without success. But without success. Или но неуспешно. Неуспешно это слово unsuccessfully. Видите, success – успех. Un дает отрицание. И ли это означает, что наречие. Получается, they're trying to change it. Они стараются изменить это. But without success. Or but unsuccessfully. Это что касается утверждения. Далее мы с вами говорим про отрицание. Опять же, у нас с вами есть полная форма, но на практике обычно у нас используется краткая форма. То есть полная это are not, am not, is not, are not. Какая именно краткая форма? Соответственно, получается
I'm not. He, she, it, isn't, и we, you, they, aren't. Я не записываю это. Имею в виду, записываете, взяли, например, ручку и записываете. I'm not. Вот наше выражение было. Записывать. I'm not writing it down. I'm not writing it down. Он не записывает эту речь. Имеется в виду, что не записывает с помощью аудио или видео каких-то средств. Он не записывает эту речь. Так, у нас как раз было I'm not. Он не записывает. He isn't. Если записывать диктофон или видео, то это слово record. Это другое слово. Получается, he isn't recording эту речь. This speech. He isn't recording this speech. Далее. Она не лжет, она не обманывает. Как вы скажете? Она — это she. Обманывать, лгать — это глагол lie. Lie. Видите, lie имеет два значения. Lie — лежать, и lie — это лгать. Она не обманывает. She isn't. Здесь нужно обратить на правописание. Что-то меняется. Получается lying. She isn't lying. Она не обманывает. Она не врет. She isn't lying. Но также можно перевести «она не лежит». Здесь надо смотреть, конечно, на контекст. Но мы хотим именно сказать «она не врет». She isn't lying. She isn't lying. Далее скажем. Они не контролируют этот процесс. They aren't controlling этот процесс, this process. They aren't controlling this process. Видите, am is are, not plus verb plus ing. I'm not. I'm not writing it down. He, she, it isn't. He isn't recording this speech. She isn't lying. We, you, they aren't. They aren't controlling this process. Если мы хотим задать вопрос, то мы выносим вперед формы глагола to be. Am, is или are. Далее плюс подлежащее. Subject plus verb plus ing. Например, ты работаешь над своей грамматикой? Are you working on your grammar? Are you working on your grammar? Он старается заработать эти деньги. Он старается. Is he trying заработать эти деньги? To earn this money. Is he trying to earn this money? Далее. Например, я показываю блестящий результат. Am I showing блестящий результат? A brilliant result. Am I showing a brilliant result? Если у вас специальный вопрос, то у вас, видите, структура та же самая. Значит, вы ее используете. Но, my friends, что но? Но вы еще впереди ставите вопросительное слово или вопросительную конструкцию. К
Question worried. И, соответственно, в общем случае у вас так и выглядит. Например, хотим сказать, будьте внимательны. Что ты слышишь сейчас? Что ты слышишь сейчас? Подумайте, как вы скажете. Правильный ответ. What do you hear now? Ну, опять же, будьте внимательны. О чем мы с вами говорили? Конечно, есть глаголы, которые не употребляются в continuous. Вы должны использовать время present simple. Мы с вами про это говорили. Будьте внимательны. По умолчанию, соответственно, мы с вами используем эту формулу, если именно это continuous. Именно также не только по значению, но и по структуре. What do you hear now? Например, что она говорит? Имеется сейчас. Что она говорит? What is she saying? What is she saying? Что она говорит ему? What is she telling him? What is she telling him? И также, что касается вопроса «кто?», например, «кто ждет тебя?», то нужно знать, что «who» по умолчанию означает «he» или «she», поэтому «is». «Who is waiting for you?» «Who is waiting for you?» Или, например, «кто звонит тебе?» Who is calling you? Who is calling you? И также в разговорной речи часто сокращают не what is, а what's. What she's saying. What she's telling him. То же самое, не who is, а who's. Who's waiting for you? Who is calling you? Итак, am is are plus subject plus verb plus ing. Are you working on your grammar? Is he trying to earn this money? Am I showing a brilliant result? Question word plus am is are plus subject plus verb plus ing. What do you hear now? What is she saying? What is she telling him? Who is waiting for you? Who is calling you? И, конечно, вообще говоря про время present continuous, также еще будьте внимательны, когда у вас не местоимение, какая-то фраза. Например, my friend, мой друг, мои друзья, my friends, my friends. Например, мой друг слушает это. Вы скажете, my friend is listening to it. Имеется в виду, что сейчас, если мои друзья, my friends are listening to it. То есть будьте внимательны. Утверждение, отрицание, вопрос, специальный вопрос. Если у вас не местоимение, правильно выбирайте форму is или are. Как здесь, видите, my friend, my friends. My friend is listening to it. My friends are listening to it.